приобрел я такую партию удобрений. Сложное удобрение от Макош, содержащие 5-10-15-5-25. Ну, понятно всем, что чего. Я считаю, что это один из лучших и правильных вариантов для осеннего внесения, особенно при посеве. Специально выбирал большое количество серы, так как делал весной анализ грунта, и по всем площадям у меня, по измеренным площадям, большая недостача серы. Обычно беру всегда удобрения на осень, ну, подобного плана, или у меня была белорусская, то есть с минимальным содержанием азота, средним, немного повыше калия, ну, правда, там кальция не было никогда. Ну, сера была там в белорусском, по-моему, 8 или 12 была максимально. Вот тут вот хорошая, 25 аж. Считаю, что будет правильно.